Ассортимент Logitech G пополнили игровые гарнитуры G935 7.1 Electsync, G635 7.1 Electsync, G432 7.1 и G332. Под маркой Logitech G, используемой компанией Logitech для игровых периферийных устройств, представлена новая линейка игровых гарнитур. Она включает модели G935 7.1 Electsync, G635 7.1 Electsync, G432 7.1 и G332. Общей чертой гарнитур G935 7.1 Electsync и G635 7.1 Electsync является наличие RGB-подсветки, синхронизируемой с подсветкой других периферийных устройств. В беспроводной модели G935 7.1 Electsync используются уникальные 50-мм излучатели ProG из гибридного сетчатого материала, по словам производителя, обеспечивающего глубокие басы и объемный звук высочайшего качества, как в кинотеатре. В гарнитуре применена технология объемного звука DTS Headphone X2.0. Эта модель совместима с ПК, консолями и мобильными устройствами. Без подзарядки она работает до 12 часов. Модель G635 7.1 Electsync является проводной версией G935 7.1 Electsync. В описании гарнитуры G432 7.1 тоже упомянуты 50-мм излучатели и технологии DTS Headphone X2.0. Завершает список стереофоническая модель G332. Игровые гарнитуры Logitech G935 7.1 Electsync, G635 7.1 Electsync, G432 7.1 и G332 должны появиться в продаже в феврале по цене 170, 140, 80 и 60 долларов соответственно. В России они появятся в марте по цене 14 990, 11 990, 6 490 и 4 990 рублей.